Я вас ненавижу. Жопа нужна, чтобы срать. Жопа нужна, чтобы срать. Жопа срет. Жопа. Алло? 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 Не понял, они что, опять мне микрофон включили? Бро, они типа настройки скинули? Вообще Castle Win этот какая-то такая себе мапа. Я большего как-то ожидал. Видно, что она как-то быстро делалась. Можно чатик на экран. Одержите. Так. За кого мы играем? За кого, 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 за кого. А я могу здесь Цири сделать? Мне получается нужен котик. Ну не, это на Цири не похоже. Это какой-то Гарфилд. Но это наиболее похожее, только, конечно, не рыжие. Ну давайте, окей. Фури хейтер? Ты что, прикалываешься? Я даже не заметил. Не-не-не-не-не. Да не может этого быть. Блять, он реально здесь. Он в моей команде. Бро. Ах ты! Я твоего противника выкинул, а ты меня вырубаешь. Чувак, подъем! Окей, найс. А вот теперь, блядь, твоя. Не понял. Хорош, фури хейтер. Хорош. И тебя туда же. Хорош, ты посмотри, что он делает. Ля-ля-ля, что он творит? Не трогай. Это мой стрим-снайпер. Ну что-то медведь какой-то лютый. Лютий медведь. Помоги мне, фури хейтер. Ты, блядь. Говно. Вот этого медведя, да. А, не, погоди. Блин, что он делает? Он всех выкидывает. Ой, ну конечно, вонючий стрим-снайпер бездарь. Само собой, он сразу проиграет, когда в моей команде будет. Опа, ребята, здравствуйте. Приветствую вас. А-а. А вот и нет. А вот и нет. А вот и нет. Не-не-не-не-не, бро. Он меня, он мне не дает подняться. Говно такое, а. Ой-ой. Уа! Ни хрена себе, я его в Антарктиду куда-то запульнул на противоположный полюс. Ё-моё. Так, тихо. Положи волыну. Ну, ребята, разберитесь там друг с другом. Хватит со мной драться. Оп. Так. Ловите. О, нет. Чувак, я единственного, кого вырубила этим бумерангом, это меня! О, чил. Давай там соберись, фури хейтер.
бро. Бро. Ну, понял, сука. На, получай. Почему этот медведь меня фокусит, я не пойму. Хотя нет, я, кажется, начинаю понимать, почему. Отдай, отдай моё. Отдай, это моё. А, это наш, нормально. Так, найс. Найс. А чё, ты куда собрался-то? Куда ты там собрался? Так, окей. Пускай туда лезет. Так, ну-ка. Блин, ладно, не пускай они дерутся. Все, этот заморозился. Получается, только лось остался, да? Опа! Ну чё? Ну чё ты там? Опа! Хорош. Опа! Хорош, держи цветочек. Это не тебе цветочек. Ах ты, ах ты. Ууу! Это мне? Это мне? Ну чё ты там? Ну чё ты там? Чё? Так а я же под ультой! Опа! Так, а где? Ага, вижу. Чё ты там? Чё ты там, блядь? Куда ты лезешь? А ты куда лезешь? А ты там чё? А ты куда лезешь? Отлично. Блин, какие же нунчаки, имба, я просто не могу. Я просто их всех убил. Просто соло. Ребята, сделай ставки. Ах ты, черт. Я ему, значит, вторую карту уже соло выигрываю, а он вот так вот, да? Слушай, ты, медвежонок, блядь, Тедди. Пошел вон отсюда. А это мое. О, прошу прощения. Ой, прошу прощения, не хотел. Ой, извините, я случайно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не хотел, прошу прощения. Ой-ой-ой-ой-ой. А кто это у нас тут? До свидания. На другой полюс его запульнули. Ой-ой-ой, поджопник. Как жаль. Ой-ой-ой. Уф. О-оу. Так, он что-то хочет. Что-то он задумывает. Бедный этот корги. Ему пожить вообще не дают. Медведя надо выкинуть. Он здесь самый такой, самый злостный нарушитель правопорядка. А-та-та. Ну ладно, главный остров у нас. Фури-хейтер, помоги. Спасите их. Не-не-не-не-не-не-не. Опа.
Здравствуйте. А чё ты? А чё ты? О-оу. О-оу. Бро? Нормально, 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 они друг с другом дерутся. Больно. Больно же. Куда? Так быстро? Ну давай, покажи, стрим-снайпер. Из чего ты сделан? Давай, давай, 30 миллионов человек в прямом эфире сейчас за тобой наблюдают. Оу, ну-ка, 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 слушайте, может быть... О, хитро, хитро, хорошая идея. Кажется, у него больше остров. Зачем я бы туда рыбу кинул? Ой, дурни. Два дурня. О, да ну! Но это потому, что я его сталкивал. У него, типа, больше обморожения было. То есть, опять буквально соло я выиграл. С того света раунд вытащил, получается. Найс. Ты чё? Чё, блядь? Это мой пьедестал. Это я победил. Чувак. 1500 печенек? 200 тысяч печенья. Потому что дети настолько тупые, что готовы пожертвовать собой, чтобы выкинуть кого-то. Так, да, да, да. И к чему вы это написали? Вабены? А как вабены переводится? Стример, что думаешь по поводу... Ууу, Джекбокс, слушайте. Вообще идея здравая. Надо будет скачать, у меня вроде не скачан ни один Джекбокс, там еще надо русификаторы поставить. Давно не играли. Плюс там, наверное, новые русификаторы вышли на новые режимы, на новые части. Но это не сегодня, наверное. Может, последний стрим перед отъездом. Пофанится. Так, давайте теперь... А, тут же можно менять аутфиты. Ну, давайте вот этот. Вабене, все в порядке? Вабене. Ну давай, поторапливайся, чё ты еле-еле, душа в теле. У нас тут гонка вообще-то. Давайте, 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 ребята, давайте, шустрей, 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 шустрей. Шустрей, шустрей, шустрей. А? Подожди, я чё, вырубил своего? Что случилось? Почему он? Почему он в печке был? До свидания. А ну-ка, подвинься. Не понял. А, это свои, окей. Так, держите еще уголь. Еще держите уголь вам. Берите, 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 хватайте уголь. Они что, один кусок вдвоем тащат? Вот это дети, это 100%. Только они настолько упертые и тупые могут быть. Они в итоге его даже не докинули. Они вдвоем его не докинули. Бро. Ах ты, вонючка. До свидания. Да ё-моё. Да ну, закинь.
Хорош, бро. И себя убил, и сковородку нашу выкинул. Красавчик. Ну ладно, мы пока побеждаем. Сейчас мы весь уголь докинем, и, видимо, надо будет только им мешать, я так понимаю. А, стоп, там обезьяна стоит, они даже не... Погоди, чё? Здорово. Здорово, мужики. До свидания. Вы без билетика. Вы без билетика, молодой человек. Хорош. Сам от себя избавился, найс. Меня-то за что? Я в твоей команде. Так, и что нам делать теперь? Угля-то нет. Алло? Ну, вообще... А что остается-то? Сейчас, погоди. Тогда я туда пойду. Так, ребята, принимайте новенького. Hello, everyone! Ой, прошу прощения. Не хотел. Hello, everyone! Давай, давай, неси, неси, неси. Обязательно донесешь. Обязательно дотащишь. Обязательно. Не, лучше ко мне не подходи так близко. Опа. Опачки. Опачки. А-та-та. А-та-та! А-та-та, ну-ка отойди! А ну-ка отойди! О, он все тащит уголь, он пытается быть полезным для команды! Посмотрите на него! Чувак просто спрыгнул. Оп! Unlucky, ребята, unlucky! Он все еще пытается уголь нести, ты посмотри на него! О боже мой! Эй, не надо, за что? Отпусти! Опа! Че ты, блядь? Я не дам вам ни одного угля донести! 3 тонны угля! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чувак все еще здесь. Здорово. I'm dead. Так, стоп, мы же можем весь их уголь выкинуть и получает... А. Странный какой-то режим, то есть получается у них здесь ни одного шанса на победу нет. Так он... Чел сам свой поезд тормозил. Окей. То есть единственный шанс был на то... О. Мне 100 нема баксов дали, это значит, я, скорее всего, могу лутбокс открыть один. Ну-ка. Ну-ка. Гамба. Победил детей. Да все мы знаем, что в такие игры на самом деле играют 30-летние лбы. Чё вы придуриваетесь? Только они в такое играют. Они их покупают, типа, для своих детей, а сами потом сидят и гамуют. Это же очевидно. Это общеизвестный факт. О! У меня, походу, вся коллекция фруктовых зверей уже есть. Так, а тут у меня... Блин, ее беленькой нельзя сделать. Так что никакой цири, походу. Но еще вот это можно... Можно сделать, что это бит, что это цири. Ну такая, когда мы ее раскормим. Хотя я, конечно, не хотел бы ее раскармливать до таких размеров. Чтобы она потом с нами так же, как в игре, обращалась. Кота можно белым сделать, но без шляпы? Я посмотрел, там вроде не было такого. Ну ладно, тогда потом попробую выбить. Давайте хоккей. Да ё-моё, серьезно, опять Ичибан. Да как он вам не надоел, этот вонючий Ичибан.
Ребята! Это все вот дети кровожадные. Они только драки хотят, никакой там хоккей, футбол. Они хотят крови. Топиамбе? Так, вроде без стрим-снайперов на этот раз. Ванильного хорька возьми и представь, что это Цири. Да чё уж там, тогда и это можно за Цири представить. Тут можно чесать животик? Не. Это только в DLC платным будет. Так, кто у меня в команде? Сразу смотрим. Кабанчик, корова, бычок. Как его правильно назвать, я не знаю. Отдай! 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 Окей. Окей. Понял тебя. Окей. Я даже не понял, если честно. Я думал, мы не такие. Да ты, мы в одной команде. Ва бене. Опа. Пускай дерутся. Я буду умнее. Я не сдаюсь. Я не сдамся. От меня так просто не избавиться. А, погоди, мы 2-2 остались. Йоу. Ну, в такой ситуации тебя всегда вырубает твой тиммейт. Просто по-другому не бывает. Давай, бро, давай, подъем. Давай, вставать пора. Бро, подъем. О, нет, кажется, он уже не проснется. Изи пи, или нет? Гаддамн! Найс. Этот цветочек я посвящаю тому рыбному джентльмену за третьим столиком. Опа. Так, отдай, не трожь. Да что ты? Докопался до меня. Вон собаки влами. Окей, я, кажется, понял, в чем здесь дело. А ты, сука, я тебе сейчас нападам. Нападам я тебе! Вонючий кот. Ну что, попробуй залезть. Попробуй взять. Ух ты! О, чё? Как? Что? Где? Кто? Откуда? Блап! До свидания! До свидания! Залезай, бро, не стесняйся, залезай, бро! Так, погоди, а чё? Чё, кого? Кого ждём? Точно! Этот же ещё здесь хрен. Ищи. О, нет! Бля, ну я так и знал. Сука. Не трожь, блядь, нунчаки! О-оу. Не надо! Чудовище стрим-снайперское, а?
Ты только погляди на этого говнюка. Ах ты, сволочь. Ну чё, давай, давай, залезай. Молодец. Доволен собой? Не, до свидания. Прошу! И как это? И как это его не вырубило? Бро! Блять, я тебе сейчас ебало начищу. Все, выкидывай его, выкидывай его, выкидывай его! Да-да-да-да-да-да! Ой, два идиота. Ё-моё, ты чё натворил? Он тут всех заморозил. Бэ. Бэ. Нет? Ну чё, блядь, сыночек. Я буду мстить. Найс. На помойку его, на помойку его! Блядь, у меня стамина кончилась. Да не надо, да не меня. Ребята, друг друга бейте. О нет, у него бантус. Семейка психопатов каких-то, ёкарный бабай. Да хватит! Я протестую! Че? А где твой тиммейт? Хороший вопрос. И в итоге этот засранец еще и выиграл, да? Бро. Не переживай, я не дам тебе выиграть этот раунд. Даже если я проиграю эту игру, ты не выиграешь этот раунд. Даже не надейся. Бро. Я убился второй раз об столб. Ставлю ценник 300 тысяч приколов за голову зеленого кота. Ай, блин. Ой, как жаль. А как он жив? Так, что у нас здесь? Блап! Не дайте зеленым выиграть. Во что бы то ни стало, не дайте зеленым выиграть. Найдите и накажите. Хедшот. Блин, там моего, правда, выкинули. Но он еще живет. Он еще держится. Его, конечно, душит этот засранец вонючий. О, хорош! Так. Так. Ну, надо, чтобы желтые выиграли. А, все, найс. Окей, это уебище в первую очередь надо с карты удалить. И только потом можно действовать. Потому что это хоть и единственный здесь, но самый, блядь, злостный стрим-снайпер, которого я встречал.
Отлично. А вот теперь попробую залезть сюда, дружочек. Ну чё ты мне мешаешь, блядь? Сука! Пошёл в пизду, вонючее отродье. Все, он помер. Отлично. Теперь можно действовать. А, вон мой тиммейт валяется дохлый. И еще одна. У него что, самонаводка, что ли, блядь? Алло! 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 А, чувак. Нет, не трожь лопату. Не трожь лопату. Это пиздец. Это пиздец плюс конец. Плюс конец, плюс пиздец. Да ебучий. Я знаю, кто эту рыбу кинул. А, так тут этот засранец еще жив, он застрял. На, лови. Давай, да-да-да-да-да! А тебе сломал ему ебало. Ой, хорошо. И выкинь его на помойку, отлично. Хуесосина, блядь. На помойку. Да куда ты лезешь-то, блядь? Все, зеленое. Зеленую тиму мы выкинули нахуй. Ой. О-оу. Вставай, ну, подъем! Меня ж первый раз вырубили, почему так долго? О, чувак. Бля! А, ну, надо, чтобы желтые выиграли так-то. Иначе это ГГ. Походу, это ГГ. Похоже, это ГГ. Ну, из-за этих... Из-за этих, как их назвать-то, культурно? Как их назвать-то культурно? Из-за этих, да-да-да, вот из-за таких, как он. Это неиграбельно просто. Недотёпы, да. Пускай будут недотёпы. Окей, я тогда в что-нибудь другое пойду играть.